Все подписываемся на мой основной канал, Андрей Красноуральск. Если выйдет ролик, значит, мне было не лень, я заморочился и 3 часа вот так вот сидел, такой залипал, вот так вот, с такими глазами. И знаете, что я хочу сказать? Капец, как подорожали яйца. Хоть свои крась! Паска, а я покрашу яйца, хоть в штанах и не видно, паска. Я получил награду, но сам не поучаствовал в турнире. Вот я красава. Жаль, что тут нельзя дарить игроков, да? Нет, ниже, нет! Да ладно, от штанги нихера. А чё, так можно было? Я попал, короче, в самую стойку и засчитали. Вообще у меня какие-то читерские удары, да? Первый раз от штанги забил, второй раз в эту палочку попал, тоже засчитали, капец. Ля я крыса, а? На чём мы затаим, ЦСКА не выиграем. 1 hour later. Капец! Штанга спасла Акинфеева. Ну чё, Акинфеев? Где там твоя нога? Она тебе не поможет. 5 minutes later. Акинфеев! Ура! Я с третьей попытки выиграл ЦСКА. Ну, так то нормально, голы с пенальти тоже считаются. Вот смотрите, как вы стали смотреть мой канал. Сколько разных фишек и секретов я вам раскрыл. Хотя я нихера не футболист. Кабачок. Переименуйте эту грядку срочно. Под уральские нужды. Кабачок, да, вот это кабачковая грядка, да. Красная карточка! Да, серьезно? Да ладно, он уже забежал в ворота! Сука! На тебе, сука! Все, это уже гол стрима сразу. Вы это видели? Опа, а вот и третий. Евтич вот такой же примерно забил. Вот это хороший. Во, я американца хочу. Yes! Yeah! Ой, какой хороший получился, а? Прикольно. Да как он там допрыгнул? А вот тут не допрыгнул. А ничего, что он в ворота зашел с мячом? Чё? В смысле? Да у меня 50 секунд все время. А как вам вот такая вот штанга? Во! На тебе, сука, держи. Порядком пододоело.
Да? Серьезно? Да, серьезно. Серьезно, что ли? Ну, у него же еще 40 секунд. Откуда? Дополнительное время. Только у моих соперников дополнительное время, не у меня. У меня мгновенно все. Основное время иссякает, все, я уже как бы... Все, тушит игру. Окей, нормально. Четвертый раз такая херня. Да ты что делаешь? Говна-то кусок. Все нахер, всех меняем, этих придурков убираем. Чего? Да потому что они мне как эти меня придурки меня выбесили за эти почти 6 часов. Интересно получилось, да?